самый первый вопрос, что можешь сказать сегодня об игре? Тяжелая игра, опять же, и поле тоже. Ну, не хочется говорить про поле, но скажу, поле действительно не очень качество. Вчера в отеле прям было супер поле, когда была предыгровательная тренировка, а здесь ну, тяжело на самом деле контролировать мяч и даже те же передачи в касание отдавать. И так проблемы как бы небольшие у нас с этим. А когда такое поле, еще больше проблем становится. А так, ну, хорошая игра. Я думаю, что можно занести в актив. Казалось, уверенно начали, забили быстрый гол. Он психологически мог повлиять, что потом две ошибки в обороне и уже начали проигрывать? Ну, опять же, вот про что я и говорил, что ошибки в обороне произошли из-за, опять же, Дима Баринов ошибся чисто, опять же, из-за поля. Потому что мяч перед ним подскочил, даже я в центре поля стоял и увидел, что мяч скакнул и ну, не справился с ним. Поэтому ну, ничего страшного, ошиблись на этой товарищеской игре, чтобы допускать ошибки и учиться чему-то. Что Валерий Георгиевич сказал после игры? Да ничего особо не сказал. Сказал, что поработаем дальше, увидимся в ноябре. А что можешь сказать про соперника? Соперник? Это вроде неплохой соперник, но опять же, такая, ну, такое поле, и, ну, опять же, я все про поле, такое поле, и поэтому футбола особо не было. Чисто так бились и они, и мы, и вот, в принципе, и они ошиблись после, мы забили после ошибки, и они нам, в принципе, два забили после наших ошибок. Ну, третий гол там, Сильян молодец, по флангу прорвался и прострелил. Как-то так. Сегодня можешь сказать, что была атмосфера домашнего матча? Конечно, хоть и не много было зрителей, там я слышал, что там не получилось больше зрителей, поэтому даже при таком количестве зрителей сегодня мы играли как дома. Ну, атмосфера была классная, спасибо каждому болельщику, кто пришел сегодня на стадион.